И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта, это уже 111-я часть наших обзоров, и сегодня у нас снова офигенный мод, и этот мод добавляет нам такой предмет, как окарина в игру Майнкрафт. И кто не знает, что такое окарина, это такой очень древний-древний музыкальный духовой инструмент, который немного похож на яйцо, но в этом моде эта окарина добавлена не просто так, а именно она взята из игры The Legend of Zelda. Я не знаю, кто в Зельду играл из вас или нет, но я играл, поэтому этот мод навел мне небольшую такую ностальгию по Зельде. И что ж, давайте приступать смотреть, как же это все работает. Ну, для начала нам понадобится скрафтить саму окарину, которая крафтится вот таким вот образом. Нам понадобится 4 глины, и мы получим, так сказать, оболочку этой окарины. Дальше мы просто ее переплавляем в печке, и мы получаем саму окарину. В принципе, крафт не дорогой. Но что же мы теперь с этой окариной можем делать? Мы нажимаем на правую кнопку мыши, и мы можем на ней играть, нажимая клавиши ASD, W и пробел. Да, как вы можете, видеть, можете слышать, мы можем и играть на этой окарине, и, но это не все. Вы не думайте то, что мы можем просто вот так вот фигарить кнопками и все, больше ничего происходить не будет. Нет, здесь есть такие свитки с песнями, которые, если мы их выучим, то мы сможем реально делать эффекты в игре Майнкрафта. И вот здесь у меня есть 3 свитка, это песня «Бурь», у меня здесь есть еще песня «Солнце», солнечная песня, и песня «Лечение». Как же это все скрафтить? Для начала нам понадобится скрафтить вот такую вот музыкальную бумагу, которая крафтится вот таким вот образом. Когда мы скрафтили эту бумагу, дальше мы уже крафтим эти песни. Например, песню «Бурь» можно скрафтить вот таким вот образом. Нам понадобится 2 ведра, 2 синих красителя и 1 музыкальная бумага. Мы получаем песню «Бурь». Дальше у нас идет песня «Солнце» или «Солнечная песня», но, к сожалению, она пока никак не крафтится, потому что мод еще находится в разработке. Дальше у нас идет песня «Лечение», которая крафтится вот таким вот образом. И что ж, да, как вы можете видеть, здесь также есть еще две песни, которые, к сожалению, ничего, никакого эффекта не добавляют нам в Майнкрафт. Но они здесь просто есть, они также крафтятся, но они просто бесполезно, но скоро им сделать какой-нибудь эффект обязательно, потому что, ну, автор пообещал. Дальше у нас здесь есть вот такая вот книга забывания, с помощью которой мы сможем забыть все эффекты, которые, точнее не эффекты, а все песни, которые мы выучили. Если мы нажмем на правую мыши, то мы просто их все забываем. И да. И что ж, давайте приступать и сыграем все-таки несколько песен. Так, как же нам теперь сыграть песни на нашей окарине? Давайте мы сначала выучим все наши песни, которые мы уже скрафтили, мы их просто выучиваем. Теперь мы открываем нашу окарину. И, кстати, здесь можно менять цвет вот этой таблички. Мы можем сделать ее нормальным серым цветом, либо ужасным черно-красным. Не знаю, зачем это было вообще добавлено. И также мы можем изменить значки нот или кнопок, или не знаю. Ну, лучше я оставлю таким желтым, потому что мне больше нравится желтый. Так, мы выучиваем еще раз нашу песню «Штормов». И теперь, как же нам ее сыграть? Чтобы сыграть песню «Штормов», нам понадобится нажать пробел вниз-вверх, пробел вниз-вверх. Да, она активировалась, и что же произойдет? Как вы можете видеть, песня «Штормов» просто нам меняет погоду. Если бы мы не были сейчас в зимнем биоме, то пошел бы дождь, но у нас пошел снег, и вы, наверное, слышали эту мелодию, которая, она именно из The Legend of Zelda, и вот мне она очень такую ностальгию, так сказать, навела. И да, давайте мы теперь сделаем это еще раз, чтобы убрать снег. Таким же образом мы можем убирать погоду, например, дождь или снег. Блин, как же мне нравится эта мелодия. Все, у нас проходит снег. И, блин, очень крутая мелодия. И мы идем к следующей. Итак, следующая песня — это у нас песня «Солнце», так сказать. Давайте мы ее еще раз выучим. И она играется вот таким вот образом. Это у нас право, вниз, вверх, право, вниз, вверх. Да, она у нас активировалась. Опять же играет мелодия из The Legend of Zelda. И что же мы этим добились? Это нам меняет либо день на ночь, либо ночь на день. Вот сейчас мы сделали день, и давайте мы сделаем, проиграем эту мелодию еще раз. Упс, извините, проиграем. Право не сверх, право не сверх. Активировали. И у нас появилась ночь. Вот такая вот офигенная, такая у нас офигенная мелодия. И да, мы идем дальше. И следующая песня — это у нас песня «Лечение». Давайте мы ее также выучим. И как же она играется? Она играется лево, низ. Нет, стоп, я немного перепутал. Она играется лево, право, низ, лево, право, низ. Отлично, мы активировали. И что же эта песня делает? Давайте мы послушаем мелодию.
Да, опять же, мелодии The Legend of Zelda. И, ну, логично, что песня лечения будет нас лечить, но также она убирает все негативные эффекты, и с шансом 75% она дает нам какой-нибудь позитивный эффект, но нам ничего она не дала. Давайте попробуем это сделать еще раз. Ой, что ж я такой криворукий? Нет, нет. Так, так, отлично, активируем. И... нет, опять нам не дала никакого эффекта, но... Странно, шанс 75%, но почему-то... Ну ладно, все, последний раз. Ладно, почему-то мне не везет. Ну и ладно. Все, мы проиграли три песни, которые у нас рабочие в этом моде. Так же, как я говорил, здесь есть две песни, которые просто ничего не делают. Но их также можно проиграть. Ну, я в этом никакого смысла не вижу. Мы просто услышим еще одну новую мелодию, но пока они ничего не делают. Но скоро это все пофиксят и... да, вот такой вот у нас мод. В принципе, больше ничего не добавляет. Можете просто бегать по миру и играть и надоедать всем подряд. Но да, вот такой вот у нас мод. Это у нас Окарина, и очень классный мод. И, блин, просто мод от души. И что ж, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Кейн, и до новых встреч.